целях сохранения рыбных запасов на территории Исинского бассейна, согласно приказу Комитета рыбного хозяйства, введены ограничения и запреты с 15 апреля по 15 мая на судака, язя, щуку и с 20 мая по 20 июня на сазана, карпа. Также на реке Нура, Силиты, Исиль вводятся запреты на период нереста 20 апреля по 20 мая. Всем рыбакам вы все должны учесть, что в этот период всякое рыболовство на данные виды рыб запрещено. На нарушителей будут составляться административные материалы. Также в местах торговли рыбы будут проводиться рейдовые мероприятия совместно с департаментом внутренних дел, специалистами Исинской межобластной бассейной инспекции, где будут изыматься данные виды рыб. То есть надо, необходимо всем дать рыбе период нереста отнереститься, чтобы наши рыбные запасы все-таки преувеличивались, чтобы дать возможность. И такую данная работа будет строго на контроле нашей Исинской межобластной бассейной инспекции состоять.